Постройте амбар, сэр. Нужно дерево. Какие будут указания? Мы идем. Нет налогов – это хорошо. Но, может, вы добавите что-нибудь? Не хватает дерева, милорд. Нет свободных людей для этой работы. Нет свободных людей для этой работы. Thank you.
нужно дерево. Ждем ваших приказов. Не хватает рекрутов, сэр. Ждем ваших приказов. Мы уже в пути. Не хватает дерева, милорд. Идем ваших приказов. Да? Уже идем. Мы идем. Небольшой отряд крысы приближается к замку. Они наступают! В укрытие! Лучники готовы! Не вижу цели, сэр! Готовься! Не вижу цели, сэр! Провизии осталось мало, повелитель.
ждем ваших приказов. Мой лук к вашим услугам. Мы уже в пути. Ждем ваших приказов. Милорд, уже идем. Ждем ваших приказов. Какие будут указания? Мы идем. Провизии осталось мало, повелитель. Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Провизии почти не осталось, милорд. Да? Мы уже в пути. Лучники готовы. Уже идем. Мы идем. Мой лук к вашим услугам. Милорд, мы уже в пути. Какие будут указания? Уже идем. Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Мы идем. Да? Мы уже в пути. Ждем ваших приказов. Лучники готовы. Уже идем. Нужно дерево. Нет свободных людей для этой работы. Нужно дерево. Нет свободных людей для этой работы. Нет свободных людей для этой работы. Запасы провизии убывают, мой лорд. Ждем ваших приказов. Мой лук к вашим услугам. Мы идем. Послание от крысы. Скоро ты будешь ползать передо мной, умоляя о пощаде. Где тебе со мной справиться? Thank you.
наш золотой запас стабилен. Нас атакуют войска крысы. Ждем ваших приказов. Милорд, мы уже в пути. Запасы провизии пополняются, сэр. И будут указания. Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Да? Уже идем. Ждем ваших приказов. Лучники готовы. Мы идем. Запасы провизии пополняются, сэр. Люди восхищаются вами, сэр. Мы постепенно расходуем деньги, сэр.
Ждем ваших приказов. Не хватает рекрутов, сэр. Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Мой лук к вашим услугам. Милорд. Мы уже в пути. Амбар полон, милорд. Запасы провизии пополняются, сэр. Доброе утро, ваша светлость. Доброе утро, ваша светлость. Доброе утро, ваша светлость. Какие будут указания? Уже идем! Мы идем! Мы уже в пути! Уже идем! Ждем ваших приказов! Мы идем! Да? Мы уже в пути! Амбар. Лучники готовы! Уже идем! Мой лук к вашим услугам. Мы идем. Послание от крысы. Дрожишь? Скоро мои войска сметут тебя так же легко, как я смахиваю муху с рукава. Работа стоит. Ждем ваших приказов. Милорд, мы уже в пути. Работа стоит. Здесь кипит работа, милорд. Амбар полон, милорд. Работа стоит, мой лорд. Нас атакуют войска крысы. Ждем ваших приказов. Какие будут указания? Уже идем. Ждем ваших приказов. Амбар. Послание от крысы. А, черт возьми! Мои тупые войска не сумели! Не смогли выполнить простейший план! Победа! К счастью, вам удалось не только отбить атаку, но и захватить новое графство.
Не успела осесть пыль после кровопролитного сражения, как вы получаете депешу, приказывающую вам вернуться. Вы уверены, что лорды обрадуются вашему успеху. Вы полный идиот. О чем вы, черт побери, думали? Ну, честно говоря, это я отдал приказ продвигаться дальше. Да-да, но вы же не настолько глупы, чтобы отдать приказ о наступлении на Депюса. Тем временем Депюсу доложили о потере одного из графств. Я не верю своим ушам. Мои войска отступили. Я ничего не могу с этим поделать. Потеряно целое графство. Проявите твердость. Я уже начал осуществлять свой особый резервный план. Скоро вы получите свое графство обратно. Через некоторое время вы получаете сообщение, что свежезахваченное графство окружено войсками. Пока лорд Вулсак читает письмо, вы и сэр Лонгарм смотрите на него, как пара нашкодивших детей. Герцог Депюс предлагает перемирие в том случае, если мы выведем свои войска из его графства. Это ловушка! Отец этого юнца был убит в подобной ситуации! Мы должны воспользоваться моментом и нанести новый удар! Нет-нет, у нас не хватит людей, чтобы вести масштабную войну. Вы уходите, оставляя лордов обсуждать детали вашего следующего задания. Наконец, совершенно красный сэр Лонгарм зовет вас, чтобы вы получили новые распоряжения. Мудрейший лорд Вулсак за перемирие, но мне это не нравится. Пожалуй, я одолжу вам своего лучшего каменщика и готовьтесь к худшему. Разбейте небольшой лагерь на открытом месте и ожидайте прибытия Депюса. Не берите с собой войск, чтобы не раздражать его. Эти переговоры должны обеспечить нашу безопасность. Герцог Депюс хочет встретиться с нами в этой окруженной скалами долине. Похоже, что на краю... Сэр Лонгарм был прав! Это ловушка! Это ловушка. Наш передовой отряд перерезали как свиней. Теперь я даю вам новые указания. Стройте постоянные укрепления и готовьтесь встретить войска герцога Депюса. Мои каменщики помогут вам выстроить мощную крепость. Разместите ваш замок, милорд. Постройте амбар, сэр. Это нельзя здесь разместить, милорд.
Нужно дерево. Нужно дерево. Нужно дерево.
Запасы провизии убывают, мой лорд. Наш золотой запас стабилен. Люди восхищаются вами, сэр. Ждем ваших приказов. Не хватает рекрутов, сэр. Да? Мы идем. Мы уже в пути. Ждем ваших приказов. Лучники готовы. Уже идем. Нужно дерево. Ждем ваших приказов. Мой лук к вашим услугам. Мы идем. Поразила какая-то болезнь, лорд. Доброе утро, ваша светлость. Нужно дерево. Нет свободных людей для этой работы. Не хватает дерева, милорд. Нет свободных людей для этой работы. Нужно дерево. Запасы провизии убывают, мой лорд. Кормежка неплохая. Нет свободных людей для этой работы. Нужно дерево. Ah!
нужно дерево. Послание от крысы. О, мы отступаем. Похоже, ползание отменяется. Нас атакуют войска крысы. Ждем ваших приказов. Не хватает рекрутов, сэр. Милорд? Мы уже в пути. Ваша популярность падает. Запасы провизии пополняются, сэр. Запасы провизии убывают, мой лорд. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Народ весьма почитает вас, милорд. Ждем ваших приказов. Какие будут указания? Уже идем! Коров поразила какая-то болезнь, милорд. Нужно. В деревнях говорят, что видели отряд крысы в этих краях. Нужно дерево.
Ждем ваших приказов. Нас атакуют войска крысы. Ждем ваших приказов. Да? Приготовить стрелы. Мы идем. Целься. Ждем ваших приказов. Лучники готовы. Мы уже в пути. Мой лук вашим услугам. Уже идем. Ждем ваших приказов. Милорд, мы идем. Какие будут указания? Мы уже в пути. На наших людей напал медведь! Ждем ваших приказов. Народ весьма почитает вас, милорд. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Народ весьма почитает вас, милорд. Целься точнее. Ваша популярность растет. Уже идем. Готовься. Приготовить стрелы. В деревнях говорят, что видели отряд крыс в этих краях. Нас атакуют войска крысы! Ждем ваших приказов! Лучники готовы! Мы идем! Не хватает рекрутов, сэр. Мой лук вашим услугам! Мы уже в пути! Ждем ваших приказов. Милорд, уже идем. Ждем ваших приказов. Какие будут указания? Мы идем. Ждем ваших приказов.
Не хватает рекрутов, сэр. Да? Это нельзя. Нет здесь свободных людей для этой работы. Нет свободных людей для этой работы. Нужно дерево. Амбар полон, милорд. Запасы провизии пополняются, сэр. Наш золотой запас стабилен. Готовы! Целься! Мой лук! Ваши целься лук. Точнее! Послание открыто! Разведчики докладывают, что к нам движется армия крысы. Милорд, мы уже в пути. Какие будут указания? Ждем ваших приказов. Уже идем. Амбар полон, милорд. Ждем ваших приказов. Не хватает оружия, сэр. Да? Мы идем. Нас атакуют войска крысы. Ждем ваших приказов. Лучники готовы. Мы уже в пути. Мой лук вашим услугам. Милорд.
Какие будут указания? Ждем ваших приказов. Уже идем. А? Лучники готовы. Мы идем. Мой лук вашим услугам. Мы уже в пути. Милорд, уже идем. Амбар полон, милорд. Готовься! Приготовить стрелы! Мы идем. Мы уже в пути. Уже идем. Мы идем. Целься. Не выдержали наше послание от крысы. Черт подери, это что? Я опять проиграл. Победа! Ну вот, опять! Я не могу в это поверить! У меня графство кончается, а они вот-вот доберутся до меня самого! А, я обречен! Я, пожалуй, вернусь за подкреплением. Что? Вернетесь? Не проще ли послать сообщение? Правда. Но не стоит волноваться. Я вернусь скоро. Не успеете даже оглянуться. Ждите, мой дорогой друг. Ждите.